Поздравляем с победой. Расскажи по игре. Всем ли доволен? Спасибо, но самое главное, что выиграли. Конечно, хотелось более крупно выиграть и забивать побольше, хотелось забить побольше. Но в целом у них еще плюс удаление, игру под контролем держали. Я думаю, все закономерно. Расскажи про первый гол. Игорь до тебя тут рассказывал, что у вас была домашняя заготовка армейская. Поведай-ка секреты. Ну ничего, просто подал туда, куда нужно. А он прибежал туда, куда нужно и забил. Хватит ли, получается, сколько, нескольких дней для того, чтобы сейчас в короткий промежуток подготовиться к матчу против Сербии? Да хватит, конечно. В таком режиме уже четвертый месяц работаем. Ну не все, правда, футболисты, но многие в Еврокубках и Кубок там в России, чемпионат. Поэтому уже адаптировались нормально, готовиться будем. Латыши, вот ребята говорят, что неприятными оказались как соперником. В чем их неприятность была? Ну, я думаю, плюс они, наверное, на русских более как-то мотивированно настраиваются. Не знаю, цепкие, стараются в борьбе не проигрывать. Противные немножко, где-то грубо иногда играют. С таким неприятно играть. Тебе досталось сегодня? Да, в целом, вроде нормально себя чувствую. Не так, нет практически никаких ушибов. Ну и финальный вопрос. Ты знаешь, что сейчас Болгария обыграет 3-0 в Польше? Да, знаю. Что вообще думаешь об этом? Ну, болгар, потому реально соперник непростой, и мы с ними играли там 0-0, сыграли. И, по-моему, сербы даже там тоже не выиграли, проиграли. Сейчас поляки. Надо со всеми играть, группа, в принципе, достаточно ровная, так скажем. Надо стараться обыгрывать.